Девочки, добрый день. Ближе к вечеру уже, наверное. Олечка, здравствуйте. Добрый день, Лариса. Раечка. Здравствуйте, здравствуйте. Рада. Рада, рада вас видеть. Танечка, очень жду посылочку снова от вас. Плести сегодня тоже буду вашими трубами чудесными. Здравствуйте, здравствуйте. Так, Танечка, Наталья, Елена. Рада тоже вас видеть. Рада, что приходите. Балуйте своим вниманием. Так, здравствуйте. Так, сижу в машине, жду мастер-класса. В машине получится. Я думаю, такая вот забавная улиточка получится у всех. Вот она. Чудо-чудная. Конфетница или же... Можно больше сплести. У меня всего 8 стоек. Вы можете сплести ее больше и сделать как кашпо. Или прям под Пасху можно шире больше улитку сделать. Все зависит от того, что вы в нее планируете поместить. Вот. На заднем фоне я сейчас бросила пока плести. Сегодня доплету короб. Вот покажу вот так вот поближе. Это первый пошел из заказа, которые... Ой... 20 штук мне надо сплести, 10 таких темных, 10 бежевых, как я до этого 15 сдавала вот заказчику. Поэтому работы у меня куча-куча. Спасибо, Олечка. Очень рада, что попала на ваш курс. Я тоже очень рада, что вы мне доверяете, приходите обучаться. Это очень-очень приятно. Люблю наши живые встречи в Zoom. И, кстати, кто был, знает, что я их тут же провожу в кабинете в своем на балкончике. Вот. Большое спасибо за доверие. Так, если у вас есть вопросы, весна к вам пришла, скажите мне. Я не спрашиваю Краснодарский край, там по-любому уже тепло, светло, нарциссы, наверное, цветут. Вот, или какие-то плодово-ягодные. Здравствуйте, очень рада, рада, Валерия. Так, очень рада, после перерыва долго отсутствовала, пришла, рада. Я заикаюсь. Скучаю по курсу и по вам, мальчика. У вас уже прогресс на лицо, поэтому я думаю, вы справляетесь там потихоньку. Уроки у вас доступны, поэтому плетите смело. Нет, вчера мама присылала крокусы, у них тоже цветут. Идет весне дорога. Здравствуйте, убежала с работы пораньше. Ну, для тех, кто убежал, плюс 7. Ну, у нас 9 показывает градусник на улице. Ну, солнышко было, чудесный день был. Но я не вылазила. Меня вообще трудно из дома вытолкнуть. Работа непочатый край. Буду гулять некогда. Поэтому я домашний затворник, плетун, паучиха. У меня все висит. Скажите, пожалуйста. Я думаю, что не должно висеть. И не ставьте, виснуть не будет. Так, девочки, разворачиваю камеру. Так. Шевелю вас чуть-чуть. Так, здравствуйте, что-то виснет, заказала Наталочка, чтобы не ставили сердечки, зависает. Так, забыла в том, чтобы сказать, на мастер-класс нам нужно будет еще резиночки. 3-4 штучки, кто какие найдет, можно, кто вяжет, можно кусок пряжи, веревочку любую, шнурок, для того, чтобы собрать в кучку, придать форму нашей улиточке. Здравствуйте, слышим, ура, отлично. Так, ну тогда будем начинать потихонечку плести. Для этого я писала, нужно порядка 50 трубочек. У меня длина 40-очка, цвет у меня такой. Так, лучше потом в комментариях после эфира. Все, спасибо, поняла. Значит, всем привет. Опущу чуть-чуть ниже, чтобы вам повиднее было я. Так, если я тут буду ворочать, вам будет видно. Хорошо видно руки, то, что буду делать, да? Спрашивали про бусинки. Фарида, попробую сохранить, потому как я умелец еще тот, но вроде как получается. Так, значит, про бусины спрашивали. У меня крупные бусины. Главное, чтобы отверстие в них было такое, чтобы можно было вклеить трубочку туда. Так, заказывала на Валберис. Мешочком приходят вот так вот.
Значит, будем плести вот это чудовище небольшого домашнего животного. Такую вот улиточку с хвостиком. Начнем, конечно, из посадочного места, как говорится. Значит, что нам нужно? Секатор, клей, бусины и лоза. Серединку я делаю, как всегда, 4 на 4. Не мелочилась, ничего, просто вот, честно сказать, по времени она очень быстро сплелась. Закладываем центровушечку крест-накрест. Все как всегда. Так, а ну пишите, начинайте со мной. Кто начинает, поднимите ручки, девочки. Так, сердечки не шлите, я опять повисну. Начинайте, значит. Все, Леночка, поехали. Так, еще Леночка, отлично. Срезаю раструб на одной. Запись будет. Я постараюсь сохранить. На работе пока просто смотрю. Добрый вечер. Запись постараюсь сохранить. Поэтому кто не может плести, у кого нет какого-то остатка трубочек. Один раструб срезала, вставила во второй раструб. Сразу нарастила. Наращиваю я полимерным клеем. Ой, не складушечка какая-то. Не видно? Девчонки, все зависло. Прошлый эфир было зависание, и этот эфир зависание. Так, Каримочка, здравствуйте, Елена. Так. Посмотрю, ребенок проснулся, не даст сплести, Мирослава. Потом сплетете улиточку. Смотрю на работе. Вот, выйти можно и заново войти, девочки. Все хорошо видно, не висит, слышно хорошо. Тогда я работаю дальше. Значит, скрестила наши по 4 трубочки. Надеваю на те, что сверху, на первую пару наращиванием, которое я только что сделала вниз. Так, присоединяемся. Так, чуть трубасики чуть не досохли, посмотрю. Так, трубасики не досохли. Мои тоже в конденсате были. Вот буквально за минут 15 открыла их из пакета. Они плакали, бедненькие. Там на балконе еще лежат. Скоро надо будет, кстати, прятать их оттуда. Сколько держите наш темп, чтобы мы за вами успевали? Поняла. Значит, накинула первую петельку на первую пару. Ой, на первую четверку. И дальше, перекрещивая здесь трубочки, оплетаю все части нашего основания. Здесь теперь опять одну сюда, одну туда. Скрестила. Подтягиваю, уплотняю. Так. Мои трубочки. Ширина 10. Длина 42. Толщина спицы 1,5. Серединку соединили. Первый ряд сделали. Так, опять все зависло. И начинаем разделять наши трубочки по 2. То есть это наши стоечки мы разделяем по 2. И снова верхнюю под низ. Вот так вот. Туго присоединяем к центру. Снова верхнюю под низ. Так, поняла, как фон сливается с фоном. Я поняла, сейчас. Найду белый листик, девочки, какой-нибудь. Благо у плетуна всегда бумажек под рукой. Ой-ой, да? Так лучше, да? Наталочка. Я думаю, лучше, контрастнее стало, виднее. Так. Я думаю, сохранится запись, Олечка, и будет, можно будет посмотреть. Значит, снова разделяю следующую пару. И снова верхнюю рабочую под низ. Снова вот верхнюю рабочую под низ. Так, еще можно вот так сделать. Вот так лучше. Хоть и темнеет попозже, но... Снова разделяю пару. Видите, было по 4, теперь по 2 оплетаю. Здравствуйте, Светлана.
снова верхнюю под низ. Девочки, попрошу убедительно не ставить сердечки, не жать на реакции, пожалуйста. И вот я разделила последнюю пару, оплетаю стоечку, два ряда завершены. Контролируем расстояние между лучиками, чтобы оно было одинаково у нас визуально. Солнышко такое в разные стороны. И будем плести следующий ряд. Так, проплетаем еще. Сейчас дойдем до наращивания, поскольку одна из трубочек у меня уже заканчивается. Добрый день, Надежда. Наращу сразу две, чтобы синхронно они. Не ставьте сердечки, пожалуйста. Срезаю под остреньким уголком. Накапаю в трубочке полимерный клей. У меня клей в бутылочке от краски. Прибежала с работы. Присоединяюсь, Наталочка. Догоняйте. Мы всего лишь успели сделать основание, серединочку. Добрый день, Танечка. Значит, капаю клей полимерный. Ну, я капаю сразу в несколько трубочек, чтобы носик вытираю об горлышко, об раструб каждой трубочки, чтобы не тянулись ниточки, за что не любят порой полимерный. Вот, можно приноровиться, и все прекрасно получаться. Так. Беру две. И доращиваю. Невозможно смотреть, очень сильно зависают. Надеюсь, будет запись. Я вас хочу, возможно, огорчить, что запись будет в таком же зависшем состоянии. Поэтому я тут бессильна, девочки. У меня интернет нормальный целый день был. Все было замечательно. Нарастила и вот плету дальше. Наращивание строго под стоечками там на изнаночке. Ну, в итоге у нас это все будет внутри. Творим мы вот это вот создание, улиточку, такую декоративную, можно использовать как кашпо, можно как конфетничку, поэтому кому нравится идея, заходите. Так, сердечки мешают, сердечки просила не ставить. Так, смотрю и в экран, и плету. Так, серединку мы плетем до тех пор, пока нам хватит донышка, для того, чтобы, ну, смотря что мы будем хранить в нашей улиточке. У меня компактная махонька. Сегодня воспроизведу такую. Кто захочет побольше, потом впоследствии можно еще вот эти раздвоить, выйти на 16. И перед тем, как поднимать стоечки, добавить каждый по второй, чтобы вот получилась такая простецкая загибка из коротких хвостов. Вот. После сердечек виснет. Так, может, у вас вопросы какие ко мне есть, можете писать, только не ставьте смайлики, не присылайте никакие реакции. Значит, у нас первая петелька была у нас вот здесь, мы забыли ее пометить, это та стоечка, на которую мы вот первую петлю нашу накидывали, когда нарастили. Мы ее помечаем и на нее ориентируемся, весь процесс плетения, считать ряды от нее удобно. Чудесница, спасибо, Иринка. Так, в прошлый раз была на мастер-классе, очень все висело, но потом сразу после окончания эфира смотрела в записи. Вот, вы меня порадовали, Наталья, ничего не висело. Вот, это хорошо. Дай бог эфир запишется нормально. Значит, плету небольшое донышко, у меня улиточка махонькая будет. В следующий раз, думаю, поплету с вами какую-нибудь большую коробку на каркасе. Работы много. Видите, наклею уже мои стоечки, и поэтому рабочие трубочки. Поэтому я не отрываюсь на клей. Какими лаками пользуетесь для обработки трубочек? Значит, здесь у меня трубочки обработаны аквалазурь. Так, сейчас я даже ведро смогу показать вам, девочки, это сколько.
поскольку у меня все рядом. Ну, я работаю над большим заказом. Вот такая вот аквалазурь. Вот. Farbitex. Вот. Аквалазурь. Вот это мне очень нравится сейчас. Она не склеивает трубочки, поэтому вот, вот эта обработка у меня проходит. А если брать финиш, то на финише вот такой вот сейчас очень нравится. Ну, это я потоково плету корзинки, крашу корзинки, обрабатываю трубочки. В общем, все в кучу. Вот такие вот мои фавориты на данный момент. С самого начала. Нет, с самого начала не будет, девочки. Основная информация здесь на курсе. Я просто поплету с вами, чтобы и с вами пообщаться, и, может, какие-то вопросы пообсуждать. Вот такие потоковые. Антона. Тоненькая, приятная. Марилки мало кушает при окрашивании. В этом большой плюс. Вот, я трубочки сама не делаю. А Луся, которая спрашивает, я трубочки покупаю, потому что если я буду на свои огромные заказы крутить трубочки сама, то это будет... Ну, не заработаю я, короче, ничего. Пропадает постоянно звук. Говорю четко в дырочку микрофона, не знаю, что происходит. Так, судя по всему, мне надо потихонечку округляться. Лицо оборачиваю. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5 рядов. После 5 рядов, после того, как мы засекли вот эту вот стартовую, первую петельку вот набрасывали, ее видно, с нее начинаются ряды. То есть то, что было лицом, будет у нас донышком. Изнанка будет внутри. Я их подгибаю, стойки у меня тоже влажненькие здесь. Все из одной пачечки. На работе интернет пропадает. Без проблем, я плела кучу работы с газеты, когда начинала, поэтому я не вижу в этом никакой такой вот. И белые трубочки можно из газеты красть. Видите, поставила на ребрышко, и теперь, когда плету, чуть-чуть вот так вот полуокругляю. То есть за один ряд мы это не сделаем, ну и нет цели сделать квадратный это гнездо улитки, скажем так, домик. Вот. И чуть-чуть вот расширяю, видите, туда. Принуждаю стоечку чуть-чуть лечь наверх. Плетем, конечно же, без формы, потому как у нас милипиздрик в работе, как я называю эти вещи. Мне по душе, конечно, крупное каркасное изделие с деревом. Это я побольше люблю. Вот. Видите, тут расстояние чуть-чуть больше из-за того, что мы... Стоечку туда вот немножечко запрокидываем. Так, пальцы, ноготки у меня в морилке, девочки, не обращаем внимания. Мне вчера порвалась перчатка, очищала чем могла. Я купала в морилке дважды 4500 трубочек на короба. Поэтому конфуз произошел. Не все, к сожалению, отошло. Вот. На каком ряде закругляться? 5 проплела и начинаю закругляться. Ирочка. Зависает, не успеваю. Так, я еще даже до конца ряда не дошла. Медленно ковыряюсь. А вы задавайте больше вопросов, я буду отвлекаться, и вы будете успевать за мной плести. Проплела 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5 полноценных рядов. И на 6 ряду развернула изнанку внутрь, лицом к себе, и оплетаю, приподнимая стойки. Видите, они чуть-чуть вверх уже пошли. Вот. В среднем раз в месяц, иногда чуть-чуть чаще. Расписание эфиров, девчонки, не получится с меня стребовать, потому как это, ну, как в удовольствие. Это у меня улитка, знаете, из-за чего? Думаю, надо поделиться. Это листала свой, как облако называется, да, фото старых работ. Я их частенько раньше плела, хорошо брали и на подарочки, конфетницы, печенюшечки. Вот, Машенька, здравствуйте. Поэтому решила и вам показать, почему нет. Милое существо, не требующее больших затрат. Так вот, получается 5 рядов, на 6 загибаемся, 7 еще чуть-чуть выше поднимаем наши стоечки, для того, чтобы придать вот эту вот... Ну, пузатость такую вот ему. Видите, оно такое округленькое донышко. Так. Плетем веревочкой в две трубочки, прямой, без ничего.
диаметр шариков. Пару сантиметров у меня вот эти шарики. Они же рожки у моей матрешки. Вот они. Главная задача — отверстие в шарике какое, потому как как-то я покупала маленькие, пришлось сверлом рассверливать внутрь, чтобы трубочка надевалась. Вот. Так. А как эту пузатость сделать ровно без форм? Ну вот я с вами ее делаю. С одинаковой силой, с одинаковым уклоном мы делаем вот этот вот, ну, округление. С каждым рядом трубочку выше, выше, ну, больше, больше загибаем. В конце они у нас вообще внутрь будут. Могут ведь гулять стойки. Девочки, бумага — такое дело, и трубочки. Мы управляем всегда ими, не они нами. И мы должны это понимать. Куда мы ее закладываем, туда эта трубочка и ложится. То есть мы заложили ее, подправили пальчиками. У нас получается вот, вот это вот дело. Все веревочкой будет. Ситцем пузика будет, Леночка. Честно сказать, я небольшой фанат всяких рисунков, всего остального, поскольку, ну как, основное что? Я плету заказы. В заказах в основном мебель, в основном системы хранения. Недавно сдала, буквально вчера, один курьеру, второй самовывозом был. Вот, и поэтому просто ситец, веревочка в 3, просто ситец, каркас, работа с деревом. И по сумме я вам скажу, за комод один 32 тысячи, за второй 39 800. Ну, я считаю, неплохо. Учитывая то, что я люблю свою работу, еще на этом зарабатываю, поэтому я считаю, прикольное занятие я себе нашла. Она же любимая работа. Видите, вот снова вот она стартовая. И я еще выше подгибаю. Видите, вот этот вот полукруг. Он огибается. Каждый стежочек мы больше и больше прижимаем к серединочке. Себестоимость комода. Ой, я просчитывала. Сейчас схожу. Это порядка, значит, дерево, покупка дерева. В Леруа была порядка 1800. Трубочек у меня ушло, сейчас скажу, 1800 штук по рубль 40. Ну вот как-то так, если посчитать, 1800 плюс и 3 ручки по 82 рубля. Вот, это все расходники были, у меня никаких там нет. И, ну, простите, еще 12 ножек самоклеек, но я считаю, их можно не учитывать. Так, совсем не смотрю на плетение, капец. Так, здравствуйте, опоздала, не увидела начало. Начинаем обычный кружочек. 4 на 4 закладываем, проплетаем один рядочек. Потом разводим по 2 стоечки, оплетая каждую прямой веревочкой в 2. Вот, будет запись, можете потом догнать. А еще покраска. Ну, поэтому количество трубочек, девочки, я не считаю. Вы про себестоимость спросили. Количество трубочек я не считаю. Например, в заказ по руб 40, они у меня порядка, ну, 10 рублей за штуку получается. С лакокрасочными совсем. Плюс, конечно же, еще идет накрутка на амортизацию изделий, на работу с деревом, все остальная сумма. И поэтому я скажу вам, очень выгодно делать. Вот если брать даже эти 10 коробов, которые я сейчас темные плету, и взять, посчитать, да, 4 деревяшки по 30 рублей у меня туда уходит, плюс кусок фанеры, 2 куска фанеры 50 на 40, но от общего, если 800 рублей лист, 9 заготовок получается. Вот, ну, я считаю, этого немного. Плюс туда ручка стоит, которая 80 рублей стоит в магазине. Петли. 300 штук, 300 рублей пара. Ну, 10 тысяч за короб, я считаю, это прекрасная цена. Трубочек 450 штук по 2 рубля в покупке. Ну, сами можете посчитать, прикинуть, что все равно это выгодно. В общем, каждое свое мнение. Кто-то хочет плести мебель, кто-то любит корневушки. Тут
свои преимущества. Я, например, кайфую даже от фотосессии уже сделанного короба. Я их глажу, я их трогаю, я ящики постоянно тусую туда-сюда, пока сдам. Вот. Кто вам работы с деревом? Делаю сама, и муж, если не на работе, тоже помогает с удовольствием. Он любит такое, руками потрудиться. На короба какую ширину полосу берете? Часто плету короба и такими. Вот вчера сдавала комод. И один, и второй. Такими обычными трубочками был сплетен. Вот эти сейчас, которые вот темные вначале показывала, у них ширина 15, длина 55 на 2 миллиметра спицу. Вот, про морилки тоже интересно, какие фирмы предпочитаете. Моя любимая морилка орех радуга. Радуга орех, если правильно быть, цвет орех. Второе, ну, бетхимовские по цветам. Люблю дуб, люблю мокко, люблю клен. Орех беру редко, он какой-то зеленый у них стал. Не очень подходит, ну, нравится. Люблю сухие морилки Бейтс, потому как они очень такие вот прекрасные. По выгодной цене получается, если разводить в пропорциях просто с водой. Вот, и какая улитки? Вам улиточку показать? Вот она. Вот она улитка. С рожками, с хвостиком, с пузиком. Все как положено. Так. Морилка. Это дуб, разбавленный с водой. Но в бетхимовский. Мои любимые. Тут еще больше в том же дубе воды. То есть, смотря сколько воды нальете, такая концентрация цвета вот и получается. Бледненький совсем. Но, честно сказать, если выключить этот цвет искусственный, то цвета вот смотрятся более такие натуральные, скажем так, похожие на настоящие, чем при искусственном освещении. Но я включаю, чтобы вам виднее было. Так, правильно, удлиняем трубку на разном уровне. Вот эти трубочки мы наращиваем на изнанке, за стоечкой. То есть мы плели здесь, мы наращивали их, когда они обращены к столу были. Газетная Монди, Анечка, бумага Монди. Вот, и звук опять пропал. Не ставьте сердечки. Так вот. Значит, округляюсь, низочек получается уже. И когда плету, теперь вот я фиксирую стойки, фиксирую плетение. Если у вас оно круглое получилось, вы можете, пока оно мокренькое, вмять пузико ей туда, выровнять его. Вот оно влажное, оно поддастся. И поставить уже на поверхность и плести, формируя форму. Вот вы закладываете и пальчиком перебираете, чтобы оно никуда не делось. Видите, каждый раз перекрещиваю. Газетное название Монди. Так. Вот, иногда плету маленькие вещи, отдыхаю, скажем так, от крупных. Так вот, недавно, ну, в прошлый раз проводила эфир. С этим потом просила подружка сплести ей маленький там подносик. Даже не стала показывать. Она его забрала полусырым, сказала, все, спасибо, я убежала. Ну, в общем, мне ничего не стоит, потому как остатков трубочек всяких разных много собирается. Поэтому я с легкостью. Так, высота, ну, не знаю, тут само ведерко. А, у меня линейка под рукой, девчоночки, что я? Значит, полная высота улитки с рогами. 11 сантиметров, высота корыта 8 сантиметров, ну, вот этой штуки. Вот тут вот у меня до изгиба 11, здесь 8. Моя малюсенькая, я показывала ее в руке, чтобы вы понимали, скажем так, размер. Всегда стараюсь что-то вот рядышком такое поставить, чтобы, или конфетки. Так, у кого перекрещивание сползает, возвращаем его назад, чтобы вот эта линия была у нас ровненькая. Вот тут вот шло ровно. И плетем по кругу. Так вот. И короба в основном плету ситцевым плетением. Ну, а такие маленькие вещицы, вот корзинки там всякие, можно и веревочкой тоже хорошо, крепче получится. Расход трубочек, только веревочка кушает больше, чем ситец. За это я люблю свой ситец. Минимализм – это мое.
Так. Догоняете, успеваете, девчоночки? Шите, успеваете, нет? Почти. Не буду спешить. Мне сейчас снова клей капать. Вот. Здравствуйте, Олечка. Стараюсь изо всех сил, Ирочка, я рада. Еще никак не запомню название плетения. Веревочка, это когда двумя мы их скрещиваем, как веревочку плетем. У нас все веревочки, они скрученные идут, поэтому веревочка. А, образцы, ситец, веревочка, наглядно. Закончу плести, я вам сниму телефончик и покажу на том ситце вот эту веревочку. Наслаждаюсь, всем привет. Хочу попробовать заказать сухую морилку. Сухая морилка, Лилечка, очень удобная вещь. Я в однушке все это делаю, вот, поэтому хранить особо негде все пузырьки вот эти. Вот я сухую морилочку храню прямо вот в пакетике рядышком. Она много места не занимает, по необходимости нужно. Развел, долил, накрасил. Кстати, вот... Вот этот на этот заказ, который вот короба большие, я колотила, даже видео сняла памятное. У меня получается 20 коробов, 10 бежевых, 10 шоколадных. А у моей подруги тоже 20 коробов, но у нее все шоколадные. И получается у нас, мы колотили раствор в 30-литровом ведре. И рядом еще 20-литровое ведро стояло, то есть... Мы это все смешивали, морилки доливали сухие и такие, и колер капали, чтобы выйти в красивый цвет. Но цвет, кстати, очень хороший получился. Кресло-стул из трубочек толстеньких, 15 на 55, спица-двоечка. Здравствуйте, шарики деревянные, какой диаметр, где купить? Я покупала на Валберис, если хотите, потом могу скидочку кинуть на шарики. Так. Мечтаю научиться скручивать лозу и плести короба. Конкретно надо заняться этим делом. Так, конкретно, девочки, я вам скажу, все в ваших руках. Нет, в Леруа не продается сухая морилка, потому как там только такая, и то я там Люксенс беру акриловую только и все. Саму загиб, какую литку. Так, пожалуйста, сколько примерно трубочек уйдет на саму улитку? 50 штук, девочки. У меня 50 штук. Я специально посчитала. 50 трубочек. Длина 40. Вот такой толщины. Десятка на полтора. Так, Люба, смотреть. Сегодня получила... Вот, счастье, Танечка уже изучила. Получила сухую морилку. Здорово. Так, я с вами. Скажите, пожалуйста, сколько примерно трубочек? Опять все зависло. Ну, я не знаю, что с этим делать. Так, вот плиту невысокую, видите, вот фактически половинку от этой я уже проплела. И если вы обратили внимание, стоечки у меня начинают смотреть внутрь. Вот. Это как из пластилина. Трубочка мягкая, гибкая, влажная. И тут мы то же самое, мы лепим, мы творцы. Колером красите. У меня почему-то трескаются трубочки. Пожалуйста, посоветуйте. Добавьте больше лака. Нет эластичности. Эмаль и лак используйте глянцевые. Все работает, видно, слышно. Спасибо за обратную связь. Так, чудесными своими ножницами режу. Где можно потом посмотреть запись? Здесь же, в ВК, заходите в мое сообщество. Лозамастер, по названию наших курсов, нашей школы. И там листаете, где вот эфир. Там будет написано прямой эфир. Тут же в ВК и смотреть, какой диаметр шариков. И про ссылочку не забудьте. Танечка поняла, диаметр шариков 2 сантиметра. Плету по кругу. Все поняла, спасибо. Так, Олечка ругается, не ставьте сердечки. Девчонки, пожалуйста. Вот наша малышка выше и выше становится. Такие ножницы расстроили, меня нет. Я вам скажу, меня даже вот эти, это я парадные, знаете, как платье красивое надела, вот достаю парадные ножницы, а работаю я вот этими.
Ну, они один в один, я вам скажу, с этими, по конструкции, по всему. И они у меня уже делают вот так. Видите, захлёст какой на носиках? Вот. Но они режут. Я ими вот ту толстую лозу сейчас работаю. Это я убрала. Знаете, так. Вдруг оплошают. Я хорошими стригу, новенькими. Так, отличные, суперские. Вот и мне очень нравятся. Они прям лезвие. Честно сказать, я вот огромными эти ножницами джек, как они называются. Палец недавно себе расфигарила. Очень больно было. Заживал долго. Так. Выше. Плиту. Так, хочу еще сказать, девчоночки. Вот, пожалуйста, не ставьте сердечки. Пожалуйста. Так, сплели рядков. Всего считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 заканчиваю ряд. 13 от самого донышка. Проплели 5. Пошли поднимать вот тут вот стоечки, округлять. Вот, я тоже ругаюсь на сердечки, девчоночки. Округляем. Спасибо, Оксаночка, большое. Мои работы формируют сами заказчики. То есть все, что вы видите чудное в моей ленте и не чудное, это все придумала не я, это все заказчики, девочки. По цветовому решению, по всему. У меня недавно был дебаты большие по поводу метрового сундука. Да не я решила, девчонки, что он будет с метровой высоты, этот сундук. Заказчик пишет, хочу в высоту метр. Я даже переспросила. У одной заказчицы я спросила бельевой короб. Если помните, был у меня большой такой треугольный, округлая одна сторона. Ой, здравствуйте, Светочка. И она высоту 80 запросила. Я со своим гномовским ростом 158, с такой глубиной короба, ну, я туда просто не долезу до дна. Достать там, не знаю, какую-нибудь майку, рубашку, да. Вот она сказала, у нас в семье дылды. Я, говорит, 1,89 м, муж 2 с лишним. Поэтому нас все устраивает. Плетем 80 сантиметров. Все, вопрос снимается как дурацкий. Знаете, выражение заказчик всегда прав. Поэтому хочет человек метровой высоты сундук, он его получит. Вот, поэтому я не спорю. Единственное, да, при такой конструкции надо усилять, все учесть. Все зависает. Может, где-то здесь же, Танечка, зайдете, посмотрите повтор. Запись эфира. Я надеюсь, все сегодня сохранится чудесным образом. Вот. Плиту 14 ряд. Видите, веревочкой плету, но сильно не прессую, чтобы вот стоечки чуть-чуть просматривались. Смотрится очень оригинально, не тяжело, воздушненько. И очень, кстати, похоже на ситец. Добавила в морилку черный колер. Страшный получился. Как исправить? У всех такие цвета красивые. У меня ужас какой-то. Смотря в какую морилку вы задумали добавлять черный колер. Я вот, например, при обработке трубочек, вот я вам ведерко показывала этой аквалазури в начале. При наращивании редко использую, у меня в основном полимерный. Он быстрее, он скольже. При скручивании лозы ПВА луч. Я один пузырек ПВА столяр покупала. Кверху идет заужение. Да, вот он, бочоночек. Заужаю. Вот, немного. Как попасть к вам на обучение? На обучение... А, ну, значит так, просто, все очень просто, главное, честно сказать, ваше желание, потому как главное настроиться, главное решить и понять, что вам это нужно, главное, что вы хотите что-то поменять в своей жизни, решиться, в общем, а дальше вы можете написать слово «хобби» в сообщение нашей группы, вот тут, где сейчас смотрите эфир, в «Лоза Мастер», именно в сообщение. И там
Сегодня у нас для вас будут выгодные ссылки для всех, ой, выгодные условия для всех, кто у нас будет сейчас на эфире присутствует, для всех, кто напишет слово «хобби». Обязательно будут подарки, девочки, мы приготовили, позаботились об этом. Вот, поэтому, кто хочет на обучение, присылайте слово «хобби» в сообщениях группы. Обязательно напишу пост после эфира, чтобы вы ничего не напутали. Кто хочет прийти, постичь азы, не только азы, до мебели дойти. Так, походу увлекаюсь. Вот можно уже скоро финишировать, а то и уже финишировать, потому что загибочка у нас будет тоже высоту какую-то занимать. Вот. Так, Ниночка, пишем слово «хобби» не сюда, а пишем в сообщение группы. Вы выйдете после эфира, зайдете на наш канал, ну, в наше сообщество «Лоза Мастер», и в сообщениях, в общем, пост после эфира, выйдет пост. Вы, пожалуйста, его прочитайте, и там скриншот будет, куда написать нам правильно, чтобы попасть, получить подарок. И еще, кстати, в этом посту будет, девчоночки, полезная очень подборка ссылок, да, вот все, что вы меня часто спрашиваете на эфирах про секаторы, про инструменты, про струбцинки какие-то, про то, чем обрабатывать, все вот собирали подборочку, чтобы все в одном, не каждой лично отвечать, вот поэтому там в этом посту будет все полезное и важное. Обучение более чем профессиональное, там хобби, сразу профессия. Добрый день, смотрю, получаю полезную информацию. Трубочка, Наталочка, трубочки я не кручу на 1,2, и они меня очень мало интересуют, если только это семерочка полоса. В основном это 1,5 миллиметра толщина спицы. Обучение у Наташи, Олечка, спасибо вам. Просто супер, заканчиваю курс искусницы. Очень рада, что именно Наташа нашла. Спасибо, Олечка. Так, уже учусь, но подарки тоже хочу, Ларисочка. Кто их не хочет? Я всегда за. Я человек добрый, щедрый, отзывчивый. На Zoom приходите, вот приходите, я всегда делюсь. У меня все, что не спроси, я найду ответ. Вот, поэтому вот так. Теперь мы делаем финишный ряд. Но я не хочу, чтобы у меня прям колба такая получилась. Но хотя, девочки, можно сплести колбу, всунуть туда какой-нибудь узкий пузыречек и ставить полевые цветы. Будет тоже красиво. Ну, у меня улитка коротколап, можно так сказать. Поэтому я последний рядочек доплетаю. То есть до вот этой горбатой нашей стоечки, первой, которую отмечали. Кто не засек эту стоечку, можно посчитать от донышка ряды по всем стоечкам. Да, ну, тут в любом случае можно определить. Смотрите, вот она первая, к ней сразу вот он второй рядок приступает. Вот она первая петля. И вот эта стоечка у нас первая получается. Тут не ошибетесь. Вот. Плетем. Так, и хочу с вас взять слово о том, что вы покажете мне потом свои улитки. Так, смотрите, вот она стойка. И вот перед ней стойка. Закрываю на ней ряд. Сердечки в бан ведет и пит. Нет звука. Так, девочки, не ссорьтесь. Обрезаю вот так под острым углом. Спица помощница моя 5 миллиметров диаметром. Расширяю место и вставляю этот буковку Г горбатенькую сюда. В плетение заталкиваю. Вот трубочки, слышите, как скрипят? Аквалазурь. К Наташе идите без раздумий. Я реально научила ее в школе плести. Мне покорились трубочки. Олечка, спасибо большое. Так, остаточек. Сейчас будем делать элементарнейшую загибочку. Снова подрезаю остренько. Сколько рядов получилось? Сейчас посчитаю, точно скажу. Вы догоняете. Что значит 10 на 42? Это ширина полосочки, длина полосочки. Ширина 10, длина полосочки 42 сантиметра. Так, Наташенька, какой ряд закрываю? Сейчас я посчитаю ряды. Вот, спасибо, Олечка, подсказываете. Так, закрыла. Подровняю, не очень мне тут нравится. Вот. И считаем.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 рядов. Совершеннолетие, девочки, улитки. Вот. Почему не скрипят трубочки, Ирочка? Потому что на ваших трубочках мало пленочки вот этой. Видите? Нет вот этой пленочки, которая кожаность дает трубочки и делает вот такой вот волшебный звук. Очень. Так, почему трубочки обрезаются, когда еще можно остается не плести? Смотрите, вот здесь в этом изделии лицо. Нет ни одного стыка. Если бы у вас стыки вот здесь вот кругом где-то проскакивали, оно бы не смотрелось таким уютным и аккуратненьким. Понимаете, о чем я? Если мы внутри, конечно, ничего не увидим, но не просмотрим мы внутрь, вы можете в свою заглянуть и вот посмотреть. Там, где стык, это не очень аккуратно. Не у всех очень хорошо получается наращивание. Поэтому все наращивания стараемся делать внутри вот застоечкой, где оно припадает. И кончики, они могут быть вот совершенно разной длины. Когда плетем большой шаг между, например, стойками, да, вот мое любимое расстояние 4 сантиметра, там бывает, я и десятку отрезаю, а что делать? Авторитет, мастерство превыше всего. Леночка, вы должны успевать, вы профи уже, не успеваете вы. Так, замру немножечко. Загибка самая простенькая будет, сложного ничего. Ну, то есть, хорошие ножницы и один шаг, и все. 16 рядочков от центрика, догоняйте. Вот. В машине, мама, ты точно, вы же писали, я не успеваю, еще интернет виснет. Наращивать не будем? Нет, не будем. Мы из этих жопочек сделаем загибочку, вот ту, которая на той улитке. Кстати, тут она из таких же сделана, ничего сложного. А можно вместо бумаги плести ротангом. Девочки, если найдете круглый ротанг, плоским вряд ли. Вот круглый ротанг я сама смотрела, он сейчас свободно на Валберис продается, то можно. Главное эти трубки взять нужной длины. 10 на 42, Наталья, это 10 ширина полосочки, а 42 длина полосочки. Вот, поэтому вот так вот размеры полоски, спица полторашка. Да, на трех тарифах. Смотрите, есть рукодельница, там вот минимум, включая шкатулку, которую все уже видели, девчонки, их кучу разных вариаций наплели, мастерица, это дальше сундук, у нас там и тумба. И искусница, это у нас еще и округлый сундук там. Мы идем от самого начала до самого конца. Успела Ирочка с нами. Все, догнали, да? У меня интернет виснет. Девочки, жду обратную реакцию. Виснем, не виснем. Так, девочки, если есть желание, идите, не пожалеете. Галочка, спасибо большое. Спасибо, девчонки, что проведываете, что делитесь. Чуть виснем, поняла. Многие пишут, что видео заедает. Виснем чуть-чуть. Я даже боюсь трогать. Боюсь, мобильный интернет будет еще хуже, чем усердно плету. Виснем. Ну, рискну. Отключу-ка я Wi-Fi и посмотрим, что будет. Ладно? Так. Фигня получается. Так. Девочки, хорошо слышно, нет? Дальше работаем. Но фишка в том, что я Wi-Fi отключила. Может, лучше будет. Зависает. Все равно виснет. Плохо. Зависло все. Стало хуже. Включите Wi-Fi. И я поняла. Все. Возвращаюсь. Завис, вообще все пропало. Вертаю все взад. Так. Ой, надеюсь, сейчас... Секунд 30 надо ждать, сейчас все вернется. Вот. Пока наведу порядок. Зависло. Висим. Зато успеете догнать. Присоединяемся к трансляции. Так. Отличненько.
завис. Вишу, не вишу, я шевелюсь. Я есть. Вообще висим, висим. Очень-очень плохо. Все-все висит. Но я здесь. Так. Выложен мастер-класс на гид-курсе. Тата. Да, на гид-курсе будет обязательно. Мы все дублируем для своих учениц. Учениц для наших. У нас на витрине 50% скидочка. Доступы большие к мастер-классам, если вместе с обучением. Вернитесь в эфир. Я в эфире, девочки. Нет? Так, было лучше, теперь совсем пропало. Вообще все зависло. Ура, видим. Все супер. Вот не надо было отключать Wi-Fi. Жизнь учит этому. Супер. Все, кто догнал, девчонки, пока мы тут заработала. Так, делаем загибку. Пошло. Это было переключение. Так, посмотрю в записи. У меня вообще... Можно выйти и снова зайти, и все будет. Алло, куда пропали? Включите Wi-Fi, все сижу, слышу. Так, отлично. Олечка, спасибо, написали. Значит, что мы сейчас делаем? Мы берем нашу стоечку. Можно взять даже вот две трубочки или помощника какого-то. Подставляем сюда. И загибаем вот так вот. Перед стоечкой следующей. Как вы сделали улитку толстой? Как это я толстая ее сделала? Фаиночка, объясните. Девочки, вы не представляете, как я обожаю живой разговор. Я с девчонками на зумах по 2 часа общаюсь. Вот. И пускаем ее внутрь. То есть у нас задействованы 3 стоечки. Одну из них мы загибаем. Потом на следующий проходим вперед. И за третью мы это дело прячем внутрь. Запись будет доступна после эфира, девочки. Наплетете улитков. Фуф, появилась, Олечка, спасибо. Видите, одну стойку берем, загнули перед следующей и уложили за третью. Первая, вторая, третья. Теперь берем следующую. Закладываем сюда, снова перед этой. И уводим внутрь. Спрятали. Хвосты прям вот опускаем туда в середочку. Так, желательно еще посмотреть, что я тут делаю рука-то. Вот так вот. Уложили, спрятали. Следующую берем. То же самое проделываем. На себя, перед стойкой. И внутрь туда. Прямо внутрь. Длины стоек не хватает. Если вы тридцаточками плели, то, конечно, их может не хватить. Тридцаточка, если можно в самом начале нарастить по 1,5, они где-то стыки в процессе будут. Либо же можно дорастить в последних рядах, то есть не доплетая 2-3 рядочка, добавить новенькие. Как получается, трубочки длиной 42, это зависит от длины листа. Совершенно верно. От длины листа и от направления. Можно купить бумагу А3, но направление попадется по короткой. У вас все равно будут трубочки тридцаточки. Стойки короче. Ну, я с вами плела. Вот трубочки мои сороковочки. Вот они лежат. Ну, стандартные. Вот листик у меня 42. Листик А4 и вот хвостик от него. Полоски продаются даже готовые, уже нарезанные на Wildberries есть, на Озон 10×42. И у меня, ну, из таких вот получается такого размера трубочки. Значит, следующую. Нам 8 раз так надо сделать, поскольку у нас всего лишь 8 стоек. Загибнули сюда и убрали за стойку хвост. Внутрь. Туда опускаем, прячем. Какой приятный скрип. Да, я тоже балдею. Чем вы обрабатываете трубочки? Так, кто пришел позже, девочки? Рассказываю еще разок. Фаворит мой на данный момент. Так, прошу прощения, рабочий процесс. Но я вам даже больше скажу. В этом ведре наколочено
с пропиткой радуга орех для того, чтобы при обработке придать трубочкам более насыщенный цвет. Вот она, фиксируйте. Скриншот можете сделать. Вот Farbitex Profi. Биолазурь для древесины, акриловая. Она густая, как, знаете, кисель бабушкин такой густенький, чтобы ложечка стояла. И она не склеивает трубочки. Вот это они скрипят. Она пропитка, биолазурь. Вот, поэтому мне она зашла, нравится. Так, скажите, так, кручу только 30, сложно на 40 переходить. Олечка, не сложно, спицы подлиннее чуть-чуточку запаситесь, чтобы у вас не было сильно полого края, потому что скруточки у вас будут расширены, и наращивание будет крайне сложно делать. Вот, а так смело пробуйте, почему нет? Это вместо лака ВГТ, да, галочка, можно смело использовать вместо лака ВГТ. Кстати, вот вчера я обрабатывала трубочки, значит, в количестве 2500, но на ближайшие 5 коробок ориентировочно так решила, должно хватить, если 450 на штуку израсходовать, да, то обработала пока 2500 трубочек, вот этих, которые 15 на 55, на спицу 2 толстенных. Ну что, я мелочусь, я могу вам показать. Вот я сейчас отложила плетение, и вот они мои трубочки. Они шикарны, девочки, на один раз. Вот мне очень нравятся, они толстые, да, если сравнивать, ну, с вот этими, видите разницу. Ну, учитывая, это белое, конечно, полней смотрится, но тем не менее все равно в толщине разница есть, видите. Это поприятней. В один слой я обрабатываю, девочки. Я лентяйка. Я стараюсь максимально минимализировать подготовительные работы. Биолазурь Farbitex. Я не кручу трубочки, галочка. Я не лентяй. Я, как это сказать, делегировала эту задачу. Я покупаю трубочки у Танечки, вот, у Эльвиры заказывала трубочки, еще одного мастера заказывала, но качество не то, написала все замечания. Ну, девочки присылают для теста, да, чтобы я могла рекомендовать для продажи трубочки. Так, последнюю мы вытаскиваем вот эти, ну, те, что подтыкивали, и на их место просто за стойку туда заправляем наши хвостики. Ну, то есть закрываем, так сказать, ряд. И теперь мы вот эти наши все гармошечки. После морилки, чем вы предпочитаете обрабатывать трубочки? Пропитка для дерева и лаком с водой. Разница в качестве лака. Я вам показала, чем я сейчас после морилки обрабатываю. Только что ведерко мелькало в эфире. Вот. Сейчас так. Биолазурь. Вы разбавляете. Ничего не разбавляю. Девочки, ни лаки я сейчас не разбавляю. Ни лазури, ни пропитки. Ничего мы не разбавляем, потому что... Смотрите, если вы разбавите водой, да, возможно, трубочка станет где-то влажнее. Вы потеряете прочность пленочки, потому что она, ну, жижа, да, вы нанесли, она впиталась, а скрутка не склеится на трубочке. У вас вот этой вот эластичности, скрипа этого не будет. Поэтому тут как ни крути, в любом случае, мне кажется, чистым пройти один раз, либо разбавленным три, вы только усложните себе жизнь. Поэтому не разбавляю, нет. Я хочу сказать, я лентяй в плане подготовительных работ. Почему я на масловоск перешла? Да, вот в моей коробке смотрятся и комоды не хуже из-под морилки, чем обработанные лаком. Да, ну, лак имеет свойство блестеть. Масловоск благородный, такой вот полублеск такая. Но на ощупь непередаваемое такое покрытие получается. Масловоском легче и быстрее обрабатывать. Лак хаски, по вашему мнению. Хаски с воском отличные, я вам скажу. Я покупала, пробовала. Масло добавляете куда? Нет, в биолазурь ничего не добавляю. Она и так великолепна. Масло-воск добавляете, значит. Масло-воск или глицерин, или, ну, то, что убирает липкость, я добавлять могу в состав для белых трубочек или цветных. Теперь мы берем ножнички наши, залазим сюда внутрь. И смотрите, что мы делаем. Вот у нас стойка следующая. Укладываю трубочки вдоль нее. И вот так вот чикаю на краю ее. Вот если так вблизи, вот она стойка. Вот она. И я срезаю вровень по ней.
вот хвостик получился, чтобы он не выпал на улицу сюда, из вот этого вот отверстия, уперся в нашу вот эту стоечку и там внутри остался. И точно так же вот я подрезаю остальные наши хвосты. Хаски, беда, липкие корзины, даже после одного слоя двух суток просушки. Я вам скажу, хранение лаков тоже влияет на липкость. Если тот, кто транспортирует, да, не соблюл все условия, да, вот, которые нужно соблюсти при транспортировке, то тут получается мы как бы не виноваты. Но есть способы убрать липкость. Вы можете обычный пищевой, косметический, любой глицерин подойдет. Так, в начале ведра все хорошо, к концу прям ужасно. Танечка, все ведра, что мы используем, мы перемешиваем после того, сразу как открыли крышечку. Это первое, что мы должны сделать при любом применении наших всех лакокрасочных, покрасочных и любых наших, как это сказать, все морилки, все обязательно нужно перемешать. Вот, поэтому тут... Не в начале ведра и в конце ведра, а все должно быть равномерно. Мы все вымешивать должны. Добрый день, Верочка. Какое чудо получается. Еще пока только домик чуда рождается. Видите, срезаю стоечки вот и подправляю их вот сюда. Следующее. Ну, она маленькая, но я надеюсь, вы понимаете, о чем я вот... Выравниваю по следующей стоечке и убираю вот эти длинные хвостики. И потом внутри, пока трубочка влажненькая, все вот разравниваю. Леплю, в общем, из нее все, что мне нужно. Вот видите, вровень по... Обрабатываешь дерево. Лаком покрывать не нужно, Олечка. Да, не покрываю. Так, что влияет на результат? Лак матовый или глянцевый? Конечно, влияет, Любочка. Почему? Потому что глянцевый лак дает сопливый блеск. Тут на любителя. Любите вы или нет, есть заказчики, они прям просят полакировать, потому что у них в интерьере все так. Кто-то считает, что пыль легче стряхивать с тумбы такого плана гладкого, да? Так, запись, Светочка, постараюсь... сохранить. Вот. Без головы супер получилось, красотища. Ну да, идея вазочки. Можно и так. Мимимишка. Так, 8 раз я чекрыжила. Вот. И теперь что я могу сделать? Я могу подровнять по высоте, подровнять вот эти все свои пенечки. Визуально тут подровнять все рядочки, подтянуть. Вот, и можно считать, что нижняя часть как бы готова. Вот она, домик улитки. Чтобы начать верхнюю, я снова наращу трубочки. Срезала скрутку, раструб, вернее, у одной. Во второй капаю. От сундука перерыв, да. Это только домик можно оставить. Можно и домик просто оставить, сплести, не плести, и ни пузика, ни головку. Но я считаю, все равно как бы должно быть завершенная. Вазочка хорошенькая, миленькая, да, вот так, если глянуть. Как можно будет потом поделиться своим произведением? То есть есть куда фото вам прислать. Да, вы можете в отдельный пост у нас будет. Я попрошу вас туда присылать своих милашек. Вот, и там вы сможете показать их, конечно. Так. Значит, одну трубочку перегибаю. Нарастила, вот она моя серединка, двух длинненьких. Одну перегнула. И на место соединения вот так вот. Можно один раз вот так вот будет острее хвостик. Можно два раза обвить будет хвостик у нас попышней такой. И берем рабочую трубочку. Тут мы будем плести одной. Готовое изделие. Можно тальком присыпать. Можно
Ой, ну все лайфхаки, уксус нам тряпочкой протереть, вот, как вариант. Ну, старые народные методы, поэтому тут так вот. Еще раз не поняла, Леночка, о чем вы спрашивали, я не поняла. Елена. Не найду ваш вопрос, уполз. Так. Как начать хвостик? Нарастили две трубочки, как я начала плетение здесь сделала. Взяла еще одну трубочку и просто вот винтиком ее обвела. Все, я поняла. Показываю вот наращивание. Вот оно. Взяла трубочку и это наращивание спрятала под виточками. Вот у меня получилось вот такой вот лук. Две здесь. Финишную обработку. Финишную обработку чего? Изделий. В общем, я свои изделия не... Это морилка дуб с водой, хорошо разбавленная. Беру трубочку рабочую. Она у нас будет одна. Это все стойки, девочки. Я их буду оплетать. Беру трубочку. Вот прям пока вот так можем заложить. Потом мы уберем лишний хвостик. Так, опять сердечки. Пожалуйста, не тыкайте. И теперь вот заложила между двумя рабочую. Наверстаю. Олечка, догоняйте. И теперь вот формируем хвостик. Обматываю. Видите, как я сейчас сверху покажу. Сюда. За. Перед. Вокруг следующий. Вот этот хвост туда. Мы его потом аккуратно обрежем. Вот. И стараться, чтобы эти были по центру, а эти две боковые были на одинаковом расстоянии. То есть формируем. Снова эту огибаю. Теперь вот эту центральную двойную за огибаю. Ой, ну это по сути вот кто может... Как восьмерочку плетем. Восьмерочку мы на двоих плетем, а здесь мы на трех стоечках плетем. Снова вот мы огибаем. У нас три стойки. 1, 2, 3. И мы ее тык-тык-тык-тык-тык-тык туда-обратно. Вот так вот. Видите? Теперь она перед. Прессуем. Относительно центральная. У нас с каждого разворота рабочая трубочка уходит то перед, на обратном ходу за. Видите? И хвостик мы формируем, да, вот толщину, какую нам надо. Поуже, поострей, подлинней. Видно? Наташа, а шарики какого диаметра? У меня есть 3 сантиметра, они подойдут просто как... Девочки, шарики это вот рожки улиточки. Вы можете, я не знаю, из полимерной глины, из воздушного пластилина их слепить и просто надеть на трубочки. Вот что вам до души удобно. Главное, чтобы диаметр отверстия был, что натянуть можно и... Вот не более того функцию они несут здесь, чисто декоративную. Так, нельзя нажимать на сердечко. Так, для текста. Вот, видео будет глючить. Жмяли, спасибо огромное. И вот снова мы развернулись, и теперь мы контролируем вот этот вот, ну, шаг расстояния. Видите? За серединку обходим крайнюю. И стараемся вот эти виточки в одну линию укладывать. Снова перед. И снова выравниваем, чтобы не было ступенек. Чтобы вот эта линия была дугой, приятненькой. Вот мы видим теперь хвостик, а дальше оно у нас спереди пойдет. Хотя этот хвост у нас будет задрат кверху. И изнанку мы можем делать внутри. Мы его вот так подкрутим, и чтобы изнанка не вылазила, мы изнанку сделаем сейчас. Вот здесь вот. Вот так вот прямо срезаю. Срез делаю к стойке. Где берете биолазурь для обработки трубочек? На Валберис заказываю биолазурь для обработки трубочек. Вот.
тыкаю, нарастила и поехала дальше. На изнанку, сюда возвращаемся, спереди, за, возвращаемся, таким же методом можно зайцам уши плести даже на двух без серединки. Контролируем ровненько, чтобы было. Проволоку никакую, девчат, не вставляю. Сколько сантиметров хвост? Я не мерила, девочки. Я вот прям плела и прикладывала. Потом доплела, поняла, поднимать надо. Вот все от горшка зависит, который у вас потом будет. И я вам скажу, никогда у меня за сколько улиток не получилось две одинаковых. Ну, никогда. Они все, каждая со своим характером, со своим бидончиком, со своими рожками, выражением. Вот глазки, честно скажу, тоже никогда не клеила. Вот. К сожалению, у меня очень плохое соединение. Прошу прощения, если дам вопрос повторно. Первое, чем увлажняете трубочки? Обычной водой. Второе, финишное покрытие. Лак показывали, показывала Альпина, шелковисто-матовая. Вот. Могу еще раз показать Альпину вам. Девочки, финишное покрытие, приятное. Великолепная. Вот если здесь будет красная бирка, это глянцевая будет. С вот таким цветом вот этой вот, вот этого окошка, она будет шелковисто-матовая. У нее приятное такое покрытие. И не блестит особо. И на ощупь приятная, и пленочка крепкая, хорошая. Вот с первого раза, поэтому кому тоже зайдет. Обработала трубочки синежем. После увлажнения нет склеивания. Склеивания после увлажнения обычно не должно быть. Я вам скажу, здравствуйте, опоздала, запись будет. Наталочка, постараюсь сохранить, все правильно нажать после эфира, вот. Так, много новых подключилось, скажу еще раз, девчонки, для тех, кто хотел на обучение, сейчас очень выгодное предложение есть, если вы готовы, если вы мечтаете плести мебель, ящики, системы, ну и не только, потому что все у нас идет с самого начала, любой тариф начинается с самых азов, с трубочек, с самого элементарного, скажем так. Для тех, кто хочет присоединиться к курсу на классных условиях, да, пишите, пожалуйста, слово «хобби» в сообщение. Я потом пришлю скрин после эфира, как правильно сделать, чтобы мы увидели вас. Вот. И там будет, конечно, в том посту полезные ссылочки на все, чем я пользуюсь, на инструменты, материалы. Так, вопрос пропустила. Так, скажите, пожалуйста, после нанесения патины на изделие надо чем-то обрабатывать? Можете лаком повторно пройти? Там, где наносили патину, закрепить ее лаком. Кстати, у меня руки чесались на улитку патину нанести. Не стала, потому что куча таких труднодоступных мест, куда сложно, ну, не навацкать, да, вот в эти мини-мини. Вот, поэтому сдержалась. Так, ну вот смотрите, вот мы, спрашиваете длину хвоста. Вот мы сплели, допустим, вот этот хвостик. Такой у нас уже выпускной, да, Олечка? Хочу на курс, таточка. Без проблем, вы напишите слово «хобби» в сообщение. Сейчас я уберу этот хвостик, который наверх торчит. Вот, теперь смотрим. Вот ее хвостик будет, да, вот так вот, допустим. Вот он. И теперь у нас как раз под стаканом начинается плетение под ее домиком. Вот тут мы можем расширить, да, вот площадь. Чуть-чуть расширить, чтобы у нас было удобно. Заодно потренируемся, как фигурно это делать, да. Сразу вот здесь вот сделаю наращивание, чтобы у нас важные моменты на лицо ей не попало. Девочки, наращивались где-то вот здесь пройдет, чтобы на лицо у нас не попало наращивание наших трубочек. Ну, то есть доращу вот эти стойки, чтобы они дотянули до самой головы.
Хобби нужно в сообщение группы писать после эфира. Олечка, совершенно верно, и спасибо, что написали. Да, Таточка, вы не туда пишете пока. Сообщение группы, я скриншот пришлю, где найти нужное окошечко, вот, и туда написать. Значит, наращиваю свои стоечки, доращиваю. Видите, если правильно скрученная трубочка, Танечка, спасибо очередной раз, то трубочки даже с середины срезанные наращиваются идеально, безо всяких заминаний, распираний. Вот. Присоединилась. Какой размер бумаги и спица для мелких работ? Ну, вот у меня мелкая работа. Здесь ширина полоски 10, спица 1,5. Вот. Да, тоже из них. Если совсем прям миниатюры, то можно семерку на 1,2 или на 1. Альпина это финиш, да, Светочка? Так, я теперь, видите, расширять буду их. То есть я заваливаю стоечку и охватываю ее. То есть так вот фигурно можно выплести, в принципе, любую форму. Вот расширила и симметрично ей расширяюсь. Шаг будет чуть-чуточку шире, и все. Евротекс аквалазурь на 2 раза. Так, запись эфира будет, Танечка. Так, у Наташи нет скрипа от Евротекса. У меня почему-то такого хруста, обрабатываю Евротекс аквалазурь. Не знаю, у меня от этой биолазури вот он скрип. И, честно сказать, очень понравилось. Наращиваюсь. Видите, чуть-чуть расширила площадь. Наращиваю. Еще и на 2 раза. Но я дважды редко, девочки, обрабатываю трубочки, честно сказать. Если честно так признаться, я дважды обрабатывала раньше перед прямым эфиром. Я всегда переживала. Боже мой, вдруг я там где-то облапошусь, или вдруг где-то скруточка отойдет, и все. Ну, вообще скажу, с моим темпом надо делать все быстрее, да, потому что заказчики не дремлют, они ждут, они пишут, как там дела с моими вот этими всеми. Вот этот заказ, который на 20 коробов, это вообще мужчина требовательный, с сильным характером, поэтому тут не забалуешь. Вот поэтому Евротекс для сауны нравится на финише. Девочки, все, что для сауны, все, что с воском, оно очень прекрасное на ощупь, и оно вам очень, ну, должно вот, ну, как понравиться. Поэтому вот чуть-чуть расширила, площадь увеличила для приклеивания стакана к пузику. Вот, видите, расширение пошло. Вот. Вы всегда срезаете флажок. Да, Наталочка, всегда срезаю флажок у трубочки. Стараюсь, по крайней мере, так делать, потому как и наращивание, видите, более аккуратненько такое выглядит. Если не срезаю, ну, то есть, когда они идеально ровные получились, и я их не помяла при окрашивании, при обработке, то, ну, сейчас даже так не делаю, всегда срезаю. Даже вот эти дылды, которые огромные, я подрезаю для того, чтобы... Видите, если вы перетянули, вы можете трубочку подать назад и выровнять вот линию. Так, никак не получается плотно проплетать первый ряд. Вы им ножки шире раздвигайте и пальцем туго прижимайте плетение. Вот, девочки, кстати, сейчас это ситец. Вот здесь это веревочка. Но за счет того, что веревочка не прессованная, она вот так вот ажурненько смотрится. Я и корзину люблю такой вот веревочкой плести, полуажурной. Вот. Поэтому снова наращиваемся. Срез делаем к стойке, она будет за ней. Так. Добрый вечер, Надежда. Плетем улитку, присоединяйтесь. Так. Взяла лак с воском Зервуд. Зервуд мне тоже нравится. Кстати, вот глянцевый, который полироль Советского Союза напоминает, Зервуд дает идеальную. Сейчас ведра нет под столом у меня здесь. А, нет, вру, девочки, есть. Сейчас покажу даже. Хорошо быть в кабинете, все под рукой. Вот он, глянцевый лак.
которые вот я покрываю, если деревяшки, круглые тумбы, вот такой вот зервут. Тоже очень глянцевый, с воском. Великолепно. Дерево прям вот в советскую полироль превращает. Обрабатывает трубочки тоже хорошо, девочки. Плотненько ложится, и он густой. Если что. Так. Мало лака и много влаги. Может рваться. Совершенно верно. Мало лака и много влаги. Вы знаете, что делать? Надо обработать еще раз чистым неразведенным лаком и дать подсохнуть. Пропитку бор только купила, не пробовала еще, девочки, честно скажу. Ой, даже не пропитка, у меня там какая-то другая. В общем, не пробовала, наверное, бор. Два раза хватит. Вы смотрите на состояние трубочки, девочки. Самый лучший способ проверить качество трубочки — начать плести хотя бы вот с обычной серединки. Вы увидите, как они ложатся, как они гнутся, есть ли скрип, ну, влажность, рвется пленка, не рвется. Вот, скрип есть от зеркала. Вот, потому что глянцевый, потому что пленку хорошую, крутую дает, потому и нравится. Всем из Крыма, Натал. О, Наталочка, это вы! Рада вас видеть здесь. Кстати, у нас выгодные сейчас условия, Наталочка. Вы все пишите, хотите на курс. Напишите в группу, в сообщение слово «хобби», и мы с вами свяжемся, и все. Ссылочка бор. Девочки, кто хвастался бором, поделитесь, пожалуйста, ссылочкой. Так, растет наша ящерица. Кладем пузико, округляем хвостик, вот так вот можно. Так, и подсматриваем. Видите, сколько еще нужно чуть-чуть проплести, но уже можно заужаться, чтобы у нас шея у улитки толстая не получилась, видите? И подниматься к башке, скажем так. Теперь, чтобы заужаться, вот я опять наращивание. Про наращивание скажу, девчонки. Вот смотрите, тут у нас наращивание было с этой стороны, потому что хвостик мы подогнем, да, стыков нет. Здесь у нас наращивание я делала вот с этой стороны к полу, ну, к поверхности. Когда мы поднимемся, наращивание снова надо будет тут, где мы плетем. Вот, поэтому учитываем это. Я вот эту первую плела в полночь, девочки, полусонная уже, и она у меня... На лице с наращиванием. Кстати, вот кто хотел посмотреть, вот смотрите, как это смотрится неаккуратно. Вот оно у меня выперлось. Аж два раза я ее обидела, видите как. И такое бывает. Как вы сушите трубочки, в каком положении? Девочки, у меня места не очень много, я сушу у ведрах. У ведрах, из-под лака. В половом ведре сушу длинные трубочки. Лак 10 литров покупала. ВГТ себе 9 килограмм, вернее. Покупала себе. Заужаю, видите? Уменьшаю стежки, поджимаю стоечку. И убавляю. Значит, ВГТ покупала. В том ведре я тоже сушу трубочки большие, длинные. Близка к тому, чтобы заказать обувную полку, поскольку вот, ну, огромные заказы, в общей сложности на весь заказ мне надо будет в квартирных условиях выкрасить и выплести 9000 трубочек, по моим подсчетам, вот, на этот заказ. И немножечко страшно. Можно бантик, Танечка, очень хорошо. Вот. Ссылочками можно делиться прямо здесь. Не жадничайте, девочки, вдруг кому-то еще нужно будет. А то прямо в личку. Вот, пропадал бор. Сушу на стеллаже для обуви. Да, я близка тоже к покупке обувной полки. Судя по всему, скоро это состоится. Потому как ведра всего больших 2, а трубочек в разы больше надо высушить. Поэтому мне не хватает площади, так сказать. Так, округляемся. Видите, у меня такой вот. Можно уши сплести, если он будет. Ну, в общем. Теперь я наращусь с этой стороны, поскольку подозреваю, что это уже будет у нас на подъем дело идти.
Так. Стоять буян. Тоже купила полку 10, и теперь есть простор для творчества. Да, кстати, ВГТ хорошо, быстро кончается, я вам скажу. 9 килограмм даже. У меня и канистра профи-вуда моего по камню финишная. Светочка, спасибо за ссылочку. Полку вчера. Вот, я, наверное, сегодня закажу, жду с нетерпением. Ну, удобно все-таки, да, заказал полочку. Сильно не заужаю, потому как шейка у нее тоже какая-то вот должна быть. Сейчас приложим опять стакашку, что сплели. Так. Хвост. Пузик. Ну и вот, я была права, мы идем на подъем. Видите, мы ее огибаем. И идем на подъем. Так. Самое интересное, девочки, что ей надо отстояться ночь. Сразу не похвастаешься, потому как это дело форму держать не будет. Но проволоку вставлять, вот это все, я не особо любитель. Бумага имеет свойство высохнуть и держать форму. То есть здесь вот ничего нет, она просто бумага. Даже, честно скажу, не лакированная еще. Грешна каюсь. Как можно рассчитать, сколько нужно трубочек на изделие? Есть специальная формула, коэффициент, по которой можно это дело рассчитывать, зная площадь. Есть формулы круг, овал, все такое вот. Поэтому можно рассчитывать все. Полка на 6 рядов. Я себе в отложку на 5 рядов откладывала. Делитесь, Олечка, ссылкой на 6 рядов полкой. Так, плетем шею. Помним о том, что у нас лицо будет вот здесь. Вот когда мы на нее будем смотреть, да, вот это все будет, тут стаканчик стоять, лицо у нас поднимется, поэтому наращивание делаем на лицевой стороне вот здесь. Сплетем шейку. Головешку можно расширять, можно нет. Видите, тут плетение такое у нас сегодня, больше в руках, чем на столе. Я это не очень, конечно, люблю. Ну, мелочь не мое. Так, Олечка, ссылочкой поделитесь. Так, здесь возвращаюсь, наращиваюсь. Здесь, чтобы сохранить наращивание на изнанке, как бы где у нее будет голова. Ну, кстати, про бантик идея отличная. Полка тоже. Так, Лилечка, делитесь вы ссылочкой. Вот, Светочка тоже, мелочь не мое. Добрый вечер, не успела к началу. Леночка, постараюсь запись сохранить, чтобы, дай бог, сплетете, увидеть вашу весеннюю красотку. У меня она вот так вот кустик тащит. Весны хочу, весне дорогу. У нас снега еще столько-столько лежит. Вот, спасибо, Рамози, высокая полка. Девочки, кому нужно, вот Леночка поделилась. Пошла на курс. Вот, Светочка, потом пошла на курс по мебели. Ой, да, девчонки сейчас такие тумбы, сундуки выкладывают. Я прям вообще тащусь. Вот мастерство не пропьешь. Наоборот, люблю мелкие. Но, Наталочка, тут дело вкуса, я же честно скажу. Я уже делилась. Вот я короб вам покажу сегодня все-таки в конце эфира и скажу, что я его плести начала с 12 и бросила его в половину четвертого, потому как надо эфир начинать было. Ну, подготовительные работы, все остальное. Вот, и я его сегодня доплету, один этот короб. Ну, пусть там 5 каркасов за день, среднюю стоимость. Просто за сколько можно продать эту улитку, да, чудо из бумаги. Вот, и продать ее можно, ну, пусть 600-700 изделия. Вы до плетения покрываете, при плетении не трескается лак. Ну, видите, не трескается, вот плиту, вроде как ничего такая. Можно еще раз ссылку на полку. Она выше, Танечка, перелистайте, перелистните выше и увидите. Так, что-то я шеей увлеклась. Надо расширять на голову. Так, так, так.
возвертаемся, распопыриваем все. И проплетаем пошире. Надо же есть лицо сделать. Как это дама без лица, Весленочка, вы пишете. Все зависит от высоты короба, от площади. Вот все полностью. Лила корзину грибную, кстати. Сейчас вот мастер-класс пользуется спросом у девчоночек. Там не крашеная бумага, просто по сухому биолазурь два раза. И опять виснет. Как полезная информация. Глаз радуется. Спасибо большое. Виснем. Кто опять сердечки посылает? Так, Олечка, мы потом найдем все ссылочки, не переживайте. Снова наращиваю вот на лицевой к себе стороне, чтобы наращивание было как бы, когда мы вывернем голову, ей наращивание было скрыто. Да, в записи будет много пропустила, запись будет, Леночка. Здравствуйте, Леночка, я так рада. Вы у меня и в чате, в Телеграм, там участвуете везде. Умничка. Так, плетем-с, округляемся. Можно, девочки, начертить это дело, вот как я раньше делала, просто на листе и прикладывая вот как фигурно, да, тут будет пузо, тут будет это. Но это если вам кто-нибудь к Пасхе закажет под пасхальные веночки или под пасочки, под яички, небольшие корзинки на поток поставить. Ну вот, тогда можно уже делать и шаблон, скажем так. Я от фонаря вот плету. Каким клеем наращиваете? Полимерный клей, девочки, вот он клей полимерный. У меня он один всегда такой, Акстон, беру в литровых банках. Густой, прозрачный, шикарный клей, переливаю в пузырек от краски для волос. Так, буду доплетать дома. Что-то прямой эфир сильно завязал. Девочки, это не я. Я пыталась Wi-Fi переключить. У меня еще хуже все получилось. Поэтому прошу прощения. Леночка, вот. Я плела ежика, но сверху он открывался с крышечкой. Весь в колючках. Колючки отдельно приклеила. Большую палочку сгибаю потом. Ой-ой-ой. Хлопотно, Катюш, хлопотно. И за сколько продали? Вы, наверное, полдня с ним просидели. С этими колючками. Так. Примерка. Голова. Заужаю. Заужаю голову. Я не продавала, в подарок. Ну, в подарок бог с ним. Вы сэкономили хотя бы денежку. Так, снова наращиваю на лице к себе, там, где плиту держу, заготовку. Ну и что нам останется? Заусить голову и соединить, сплести две рожки. Так, какая цена будет этой улитки? 600-700 рублей, девочки, я бы оценивала. Я свой труд уважаю. Даром не отдам, поэтому надо учитывать. И тут даже не показатель в 500 трубочек, да, ну почему нет? 50 трубочек, 50 умножить на 6 на 7, ну маловато получается. Не меньше 600 или 700. На Пасху курочек в подарок. Вот. Курочки тоже хорошо. Я плела и корзинки, и просто такие курочки. Симпатичные. Но, слава богу, в этом году меня Бог миновал от заказа курочек, девочки. Ну, честно, я бы даже отказала. У меня до лета заказы расписаны. И на лето уже тоже есть. Мне страшно, когда вот такой объем сразу висит, честно сказать. Я живой человек, я все равно могу переживать. Профессионализм одно, а то, что ну, страх не справиться нет, у меня вроде как все по графику. Вот, поэтому надеюсь, все будет в срок. И мужчину Дениса я не обижу. Симпатично, вы большая, сколько всего плетете. Так, возвращаюсь, девочки, делаю
очередной срез. Так, так, так. Трубочку. Это у нас примерно на затылке будет трубочка у нас. Так, и теперь сужаем еще голову. Ну, округляем как бы. Вот видите, туго уже плести, неприятно, все не туда ложится. Что я сделаю? Я сделаю, видите, вот эти трубочки средние, я от них избавлюсь. Ну, вот так вот подрежу под острым углом. Рожки в рожках, видите? Вот, и теперь буду заужать, и вот сюда их потом пристрою. Между. Обхватываю и заужаю одновременно. Видите, сужаю головешечку ей. Масло воском. Кстати, вот в этом чек-листе будет масло воск, которым я пользуюсь. Поэтому, девочки, обратите внимание на следующий пост, который будет после прямого эфира. Там будет куча полезных ссылочек, полезной информации для тех, кто плетет. Вот. На Озоне есть. Так, я пропустила такое плетение. Это сейчас ситцевое. Мы плетем вот одной. Ну, хотя ситцевое, я вот плету сейчас ситцевое на коробе. Я вам обещаю, все покажу его. Четырьмя плету трубочками. И вот у нас финишная прямая. Последняя примерка. Вот. И нам надо сплести чуть-чуточку, чтобы вот нагнуть ее рожки. Хотя мы можем и сами рожки выгнуть. В общем, можно финишировать, девчоночки. Так. Так. И вот сюда мы, смотрите, подрезаем, подгибаем устойки. Тесно, конечно, но сейчас попробуем заправить этот непутевый хвост. Вот сюда вот, к одной из рожков. Спицы расширяю место. И вот эту вот кукошечку влажненькую пытаюсь заправить сюда. Не хочет. Туенько сделала. Ну, девочки, можно в конце концов просто обрезать и подклеить на клей под прищепку, если кого так больше устроит. Я люблю, чтобы сразу держалась быстро и хорошо. Мне надо быстро сейчас. Вот так вот. Вот. Вот так вот. Все. Значит, вы могли больше рядов проплести или больше диаметр донышка сделать. Вот. Все. Что мы теперь делаем? Вот у нас хвост. На хвосте мы избавляемся от вот этой стартовой пупырки. Аккуратно срезаем. Теперь она не выскочит никуда. Теперь у нас бусинки, пришло ваше время. Иногда от лака они лакированные. Вот тут отверстия забиваются, чуть-чуть ходики. Расползается плетение при загибе. Плохо, что расползается плетение при загибке. Вы плотненько придерживаете плотненько фиксируйте каждый свой шаг. Так, теперь определяемся с длиной рожков. Значит, раз, вот так и вот так подрежу. Так. И вот так. Девочки, тут уже дело сугубо личное каждого. Какой длины он захочет это все сделать. Ну, теперь вот полимерный клей. Сюда. В бусинку и в нужном месте фиксируем. Так, так, снова полимерный бусинку,
прозрачный, прекрасный клей, высохнет, будет все железно. Рожки. И теперь задача какая? Берем тот же полимерный клей. У кого ПВА, тут без разницы, лишь бы клеил. ПВА тоже высыхает, становится прозрачным. И мы выбираем красивое место у стакана, да? Что пойдет к башке, что пойдет у нас к хвосту. Ну, то есть некую симметрию. Вот у нас крученная, видите, вся такая змея получилась. Мы можем ее выровнять. В этом месте у нас будет загиб. Хвостик мы тоже можем подкрутить, потому как у нас он все пластичное. Значит, что мы делаем? Мы полимерный клей наносим на выпуклые части плетения. И здесь будет крепиться наш основной стакан. Так. Я поставлю вот так вот. Так. Кто стакан сильно выпинал при плетении, верните все вниз туда. Пусть он прилипает. Дальше у нас идет вот хвостик. Загиб. И у нас вот она шейка. Кто хочет прогнуть ей шейку, можно даже башку вот так вот чуть-чуть выгнуть, чтобы она мордочка упиралась. Короче, лепим, как из пластилина, девчоночки. Вот. И теперь мы голову тоже должны ей подклеить, чтобы она не отваливалась. Поэтому в местах соприкосновения, а у меня это, судя по всему, будет примерно здесь, к загибке, обильненько полимерного клея и фиксируем к нужному месту. Вот она у меня чуть-чуть такая пузатая, хвостик на месте, все. И теперь резиночки, пряжа, нитка, шнурок, что вы найдете. Подматываем шею нашему удаву. Чпуньк. В загибке все фиксируется, в плетении вот они, хвостики, видите как? Вот они. Теперь мы прижимаем вот здесь. Ну, донышко наше можем вот так опутать. Один. Второй. Девочки, бумажный скотч не советую, потому что прилипнет к влажным трубочкам и, ну, отвалится к фигам. Оторвет нам потом. Вот мы подправили. И теперь наш чудесный хвост. Наша задача его просто вот зафиксировать полузамотанным. Потом мы его подразмотать всегда вот сможем. И что снова? Опять фиксируем сюда. Зацепляем за плетение. За рядочки вот так вот. И на рога чудесной улитки снова набрасываем. Три основных момента у нас учтены. Шея выгнули. Донышко прихватывается. Хвост завернули. Ну и вот тут вот чуть-чуть изнасиловали ее к голове. Так, не получилось посмотреть. Мы начались процесс, можно будет посмотреть повторно. Здесь же смотрите все, вот прямой эфир. Девочки, вот все, все, потому что я оставляю ее сохнуть. Когда она высохнет вот хорошенечко, она примет форму того, кого нам надо. Видите, они все разные. Вот все разные все равно. Вы можете хорошки оставлять, можете отрезать, как вам больше нравится. Тут я художник, я так вижу, девочки, вот в этой ситуации прямо очень работает. Поэтому не стесняемся. Тут хотите больше и выдвинуть пузико, вот это выдвигайте, как вам нравится. Главное, как вы ее зафиксируете, так она и высохнет. Плела. Так, я много сообщений пока тут намоткой занималась. Дайте, пожалуйста, ссылку на пузыречек для клея на Валберис. Это не с Валберис. Кто, девочки, сухие морилки у Светочки заказывает, кстати, в полезных ссылках тоже она есть, которые в следующем посту, после хобби, вот это все, о чем я весь вечер говорю вам. У Светы есть пузырьки, очень удобные для клея. Вот я у нее с морилками заказывала. Мягкий носик, цельное основание, ничего не вылетит. Тонкое нанесение, вот и отдельный колпачок, очень здоровские. Вот за копейки фактически. Есть больше, есть меньше. Вот поэтому не стесняйтесь. Так, 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 пропустила Наталочка, умничка. Спасибо, Наташ. Милота. Лет 10 назад плела и фиксировала прищепками, но следы от них оставались. Сейчас вы снова вернете меня к плетению. Нельзя же
не плести, смотря на вас и ваши плетеночки. Катенька, спасибо большое. Спасибо за эфир. Позже попробую еще раз. Спасибо. У меня тоже все виснет. Хорошо. Так, запись сейчас буду сохранять. Я обещала вам показать короб. Сейчас покажу. Симпатяшка. Улитка сплетена за эфир, девочки. Но это я долго болтала, потом она свисла. Я выходила с Wi-Fi, я возвращалась в Wi-Fi. В общем, вот это из-под краски для волос. L'Oréal, или как она там называется. В общем, такая вот. Так, благодарю за вашу школу. Спасибо, девчонки. Про бусинки уже говорили, где брали. Валберис заказывала бусины деревянные. Вот просто можно поискать. У них диаметр 2 сантиметра. Кстати, в плетении, вот если вы хотите, там приподнятый край, сухарница, салфетница, поднятый вот этот вот. Такие бусины тоже прекрасно. Улиточка, спасибо большое, Танечка. Так, Светочка, спасибо, спасибо, спасибо. Так, девчонки, обещала короб. Походу, мы уже закончили с улитками. Для сравнения, вот покажу их в другом ракурсе. Штатив уберу уже. Вот оно мое полуночное чудо. В таком цвете. И вот на мое сегодняшнее чудо. Вот такое вот. Подсохнуть обязательно ночь, девочки. Не спешите, потому что она должна стать гораздо легче и тепленькой, сухой. Сейчас она влажненькая на ощупь, и она гибкая. Вот как зафиксируете, так и высохнет. Это тоже помните. Вот. Вот моя текущая работа. Ну, конечно, свет искажает цвет. Даже если так, но он очень сочный, шоколадный такой вот. Классные трубочки получились. И плотность короба, и каркас вот выкрашен. Вот от этого я балдею, девочки. Улитки, они просто милые, а это кайф. Вот как ни крути, толстые трубочки вот так в работе смотрятся хорошо. Плетется быстро, я же говорю, с 12 до 3,5 часа плетения. Будем и мы доплетать, доплетайте, доплетайте. Спасибо. Большое за эфир. Девочки, хочу еще раз напомнить, да, следующий пост выйдет сейчас после эфира, как я сохраню. Вот не стесняйтесь, потом будет просьба выложить ваши улиточки, поскольку я понимаю, они будут сохнуть еще ночь. Вот, а кто хочет плести вот так же и плести крупные работы, каркасные изделия, пишите в сообщение нашего сообщества ВК, вот там, где вы будете смотреть повтор прямого эфира. Вот. И мы предложим вам самые лучшие условия, дадим полезности, подарки. В общем, все для вас сегодня. Все, девчоночки, спасибо большое. Морилкой Novbit Him. Вот эта вот улиточка. И это. Тут воды меньше, тут воды больше. Одна и та же морилка. Тут вообще прям вот морилки мало, одна вода, можно сказать. Но получается такой вот прекрасный цвет. Что за растения ваши? Девочки, у меня растения умирают. Я забываю на них обращать внимание. Это пластик. У меня и кактус засохнет. Вот такая я хозяйка. Поэтому это набор из пластиковых трех горшочков. Вот такие живут. Я их мою периодически, они опять свежие. Так, делайте почаще эфиры. Я постараюсь, девочки. На клей, да, донышко тоже на клею. Спасибо за эфир. Большое-большое вам спасибо. Сколько трубочек нужно на короб? На тот короб у меня 450 трубочек длиной 55 сантиметров. Спасибо, спасибо. Спасибо. Нелечка, на курсе есть все. От фанерного донышка, которое вы сами можете выпилить, до деревянного полноценного каркаса, до корпуса тумбы, комода. Вот это все есть на курсе. И люлька с основанием деревянным. И, в общем, все от А до Я, что касается мебели, интерьера, и все это можно делать. Я не увлажняю, Катенька, трубочки. Вот этим трубочкам уже у меня, ой, дай бог памяти, неделя, наверное, точно на балконе отдыхают, лежат после сплетенного заказа. Вот. Поэтому я не увлажняю. Цветом красили короб. Около 30 пузырьков разных морилок мы с подругой сливали туда, для того, чтобы получить вот этот шикарный цвет. Вот. Колеры, бейцы и все остальное. Так, какой морилкой была покрыта? Кто был покрыт? Короб рассказала. Трубочки не увлажняю.
Вот, новых творческих идей. Спасибо большое, девчоночки. Отличный мастер. Ширина полосы на трубочке. Двойка. Цвет короба рассказала, цвет морилки. Сплету улиточку. Девчоночки, будет, да, просьба от вас. У меня столько мебели. Лилечка, я рада, что вы не бросаете, вдохновлены. В общем, большое всем спасибо за эфир. Вот, хочу сказать отдельно. Вот немножко устала, наговорилась. Горло пересохло, но...